А где гости? Ты знаешь, неожиданно всех отозвали в часть. Игорь ждал, 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 ждал тебя и уснул прямо в твоем кресле. Ну, а я его перенесла на кровать. Папа! Не спишь? Да нет, не сплю. Вот такая история, послушай. Парус с ним, груженный кокосовыми орехами, шел от острова Святого Маврикия через пролив Дрейка. Молния разбила мачты, и парусник затонул, да? Ладно. Что случилось? Ничего. Скажи, что случилось, Георгий? Меня отстранили от полетов. Сегодня в воздухе я терял сознание. Только что это подтвердили врачи. Я не буду летать даже здесь, не говоря уже о звездном. Нелепость какая-то. Ты мог просто переутомиться, вот и все. Не было никакого обморока. Диагноз не подлежит обжалованию. Ну и пусть. Когда ты задерживаешься после полетов, я каждый раз боюсь подойти к телефону. В конце концов, почему бы и нам не пожить спокойно? Хорошо. Я могу уйти в отставку. Да нет, я не про отставку. Ты знаешь сам, что никогда этого не сделаешь. Авиация — это не только истребители.